Всем привет! С вами Евгений Карташов, и мы продолжаем знакомство со среднеформатной камерой премиум-класса Hasselblad H6D с разрешением сенсора 100 мегапикселей. Сегодня мы протестируем ее на съемке с Ольгой Альберти. Я использую объектив с фокусным расстоянием 80 мм. На полнокадровой камере это примерно эквивалент 50 мм. Ну, конечно, желательно фокусное бы побольше, но вот такой объектив имелся в наличии, и поэтому будем снимать с ним. Настройки камеры у меня стандартные, то есть это диафрагма, здесь я поставил 7,1, и выдержку 1/200 секунды, то есть равную выдержке синхронизации для большинства камер. Мы используем оборудование фирмы Profoto, потому что с такой камерой, естественно, нужно снимать со светом соответствующего качества. А Profoto – это, естественно, де-факто стандарт освещения в мире фотографии. Итак, давайте попробуем. Сейчас мы сделаем портрет среднего плана, то есть примерно по пояс. Далее снимем более крупный портрет и, наконец, снимем ростовой портрет, чтобы посмотреть на детализацию. Итак, давайте приступать. Мы используем два источника света. То есть один у нас работает как рисующий, это софтбокс размером 3 на 4 фута, то есть такой размер здесь указан, и используем стрип для контровой подсветки. Давайте попробуем. Так, здесь приходится снимать с достаточно близкого расстояния. Фокусируемся, делаем снимок, проверяю по гистограмме, все отлично. Так, давайте еще раз сделаем кадр. Здесь формат 4 на 5, поэтому мне несколько непривычно. Я привык кадрировать все-таки 2 к 3. Но для портретов такой формат он даже удобнее. Так, кадр сделан. Давайте теперь подойдем поближе. То есть снимем более крупный план. Что замечательно, здесь можно вот буквально двумя пальцами увеличивать изображение на экране, то есть экран сенсорный, и посмотреть на резкость. То есть я уже здесь вижу на превьюшке, что резкость замечательная. Но мы еще обязательно отсмотрим файлы на компьютере. Сейчас мы отставим стул в сторону и сделаем портрет в полный рост. Потому что это тоже интересно посмотреть на детализацию подобной камеры. Итак, делаю снимок в полный рост. Отлично. Так, подойду поближе. Стрип я немножко уберу. В принципе, он нам здесь и не нужен. Поэтому я его отключу. Здесь достаточно одного источника света. Снимаю. Я снимаю обычно снизу, чтобы несколько удлинить ноги модели. Замечательно. Оль, лицо чуть больше на свет. Угу. Да, вот так. Так, давайте посмотрим на детализацию. Замечательно. Модели нравятся. Я думаю, тоже все отлично. Ну, давайте еще парочку кадров сделаем. Раз уж ко мне в руки попала эта камера, я ее просто так не отпущу. Так, сделаем портрет. Оль, сейчас поближе к источнику света, еще ближе. Угу. Так, посмотрим, может быть, нам нужно будет мощность немножко уменьшить. Так, снимаю поясной портрет. Руки можно внести в кадр. Вот, да-да. Да, немножко мощность нужно уменьшить. Так, Оль, сейчас лицо чуть больше на свет. Так, все, стоим, не двигаемся. Отлично, и еще.
Итак, мы с вами отсняли несколько кадров на вот эту вот топовую камеру Hasselblad H6D с разрешением 100 мегапикселей. И в следующем видео мы посмотрим на RAW файлы, проанализируем их. Я думаю, вам это тоже будет интересно. То есть интересно всегда посмотреть на RAW файлы вот с подобных камер. Камера для обзора предоставлена интернет-магазином PhotoProCenter. С нами сегодня работала замечательная модель Ольга Альберти, за что ей большое спасибо. На этом все. С вами был Евгений Карташов, Ольга Альберти. И до встречи на следующих видео. Всем пока!